Почти тишина. На Донбассе с начала суток всего одна провокация. Около часа боевики вели огонь по украинским позициям в районе поселка Водяное. О ситуации на передовой наш военкор Ирина Баглай. В лесу у них стоят там техника. Тяжелые танки, БМП, минометы, 120-й батальон Сомали, покойного Киви. На автомобиле доезжаем до уцелевших после огня кустов. Дальше нас предупреждают пройти до нулевого рубежа можно только пешком. Обстрелы идут, еще подъезжают машины, все. Еще. В основном утес. Хлебное перемирие нашим солдатам на этом участке фронта запомнилось пожарами. Боевики сознательно стреляли зажигательными боеприпасами. До углей. Боевики выжгли эти блиндажи армейцев. И теперь позиция в прямой видимости у врага. Сами же наемники прячутся в лесах. И лесопосадками пытаются пробраться в тыл к пехотинцам. Отвлекая внимание огнем из пулеметов, лесопосадкой к нашим позициям накануне старалась пробраться вражеская штурмовая группа. Оттуда вився огонь, и вони огнем прикрывались. Вийшли з лісу, зайшли, нырнули в першу посадку. І вже почали передвигатися по другій посадці, і хлопці з ТКМ вже почали їх крити. І вони вже розвернулися і ушли. Днем раньше, утром на этих же позициях боевики ранили двух українських солдат, которые рили окопи. Ми працюємо по укріпленню позицій. Хлопці там вдвох знаходилися. Пройшов постріл з ПКМ Ема. Він зробив один простріл, одну чергу, і хлопці лягли. Увидев, что ребята упали, боевые побратимы без колебаний бросились их спасать. У одного тяжелое ранение. Ему едва не оторвало ногу, раздробило кость. Другому, говорит командир, просто повезло. Родился в рубашке. Сама непосредственно куля с стальным сердечником. Бачите, 7,62. В ногу влетела куля. Касательно прошла, не пішла вглубь до серця, а так наискосок. И вышла на ту сторону на вылет. Бойцы уже в безопасности в госпитале, а вот на их позициях, вопреки тишине, напряжение не спадает. Для усиления к вражеским пулеметчикам прибыли снайперы-наемники. У них сейчас появились новые гвинтовки натовского зразку 7,62 на гильза 51 мм. То есть это больше точная, больше сбалансирована куля. Снайперы работают больше как с прикриттям кулеметов. То есть работает кулемет чергой, а снайперы наче работают под шумок. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.